Сохранение истории – это важный и крайне трудоемкий процесс. Сбор и сортировка информации занимают много времени. Здесь на помощь работникам архива приходят добровольцы. Об этом рассказали в начале встречи школьникам, а также познакомились с первым архивным волонтером города – Мариной Жировой. Именно она оживила историю Югры для шестиклассников. Сама женщина с радостью работает с ребятами. Вот эта команда, которая ходит сюда, вот эта школа, вот эти классы, эти ученики – это настолько благодарные зрители, настолько приятно с ними работать, им что-то рассказывать. Они внимательно слушают, они отвечают, они задают вопросы. И вот именно, что они интересуются. Встреча прошла в виде небольшого краеведческого путешествия. Ребята показали свои познания в истории округа. Кто осваивал эти земли, кто жил на них раньше и как эту территорию называли прежде. Также школьники поучаствовали в традиционном состязании ханты и манси и узнали много нового о местных народах. Например, об их обычаях, традициях и приметах. А если еще ребенок проснется в люльке под ворону, когда ворона каркает под этот звук, это еще хорошо, это еще лучше. Это счастье ребенка, значит, будет. Подобные встречи для учеников проводятся не первый год. И не только ко дню рождения округа, а ко всем значимым датам. Пробудить интерес к родному краю у подрастающего поколения – это главная цель волонтеров и работников архива. Эмоции хорошие, узнала я достаточно много. Мероприятие действительно понравилось. Как рассказывали, показывали, объясняли. Больше всего мне понравилось, как нам рассказывали, чем они занимались, чем они работали и каким ремеслом они занимались. Сотрудники городского архива будут продолжать просвещать всех желающих, рассказывая об истории родного края, и ждут помощи добровольцев, приглашая к сотрудничеству жителей любого возраста. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».